В нацпроект «Жилье и городская среда» включены аварийные дома в Сергиевом Посаде. Это дома на улице Второй кирпичный завод. Им установлен срок расселения до конца 2025 года. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев. В случае готовности муниципального образования досрочно расселить граждан, администрация городского округа проинформирует переселенцев об изменении сроков расселения и заключении договоров социального найма и мены. Напомним, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с участием федерального бюджета в 2019-2025 годах из аварийного жилья планируется переселить порядка 8 тысяч жителей Московской области.